Приветствуем вас. Здравствуйте. Да, ну и стало быть, мы теперь понимаем, даже с точки зрения просто и технической, что очень огромная часть оборонной промышленности Российской Федерации комплектуется импортными запасными частями и, собственно, и собирается. Да, и тут санкции ударяют. Насколько они сегодня ударили по военной способности России, как это можно оценить и как можно в перспективе сказать о том, что на самом деле обороноспособность России под санкциями будет просто падать нещадно? Ну, для этого я бы немножко вернулся назад во времени. Это где-то вот 2008 год, операция или война России против Грузии. И как бы это ни парадоксально звучало, именно после этой войны Россия начала модернизировать свою армию с помощью наших западных союзников. И в то же время Украина получила эмбарго от европейских стран на поставку любых технологий, развитие военно-технического сотрудничества и вообще работы в сфере ОПК. Как бы это ни парадоксально, опять же, звучало, но те же немцы и французы, и итальянцы обвинили нас в том, что мы способствовали разжиганию конфликта в Грузии тем, что поставляли зенитно-ракетные комплексы нашим союзникам, грузинам, и учили их офицеров оперировать этими зенитно-ракетными комплексами. Так вот, начиная с 2008 года, началась активная работа европейцев Западной Европы с Россией по оснащению российской армии. Можем вспомнить преснопамятные мистрали. Так вот, закупка, контракт на закупку этих двух мистралей, которые, к счастью, все-таки не попали в состав флота России, состоялась в сентябре 2008 года на выставке «Еврональ». Дальше пошло просто по нарастающей, особенно когда Соединенные Штаты объявили о перезагрузке отношений с Россией, началась оттепель, им хотели чуть ли не безвиз давать уже для Европейского Союза в Шенгенскую зону и так далее. Это было время 2010 и позже. В 2011 году была принята огромная, просто огромнейшая программа по модернизации вооруженных сил Российской Федерации стоимостью приблизительно 1 триллион евро на 10 лет. И вот эти вот 1 триллион евро, они тратились, естественно, эти триллион евро, он был взят за деньги за газ, продавая газ Европе, получали деньги, и тут же эти деньги тратили на итальянские, например, легкие броневики Lynx фирмы Iveco, на их основе сделаны российские броневики «Рысь» и «Тигр». То есть Италия просто поставила, и вдумайтесь в цифру, 1000 таких легких броневиков Российской Федерации. Точно так же в предыдущем сюжете упоминались тепловизоры французские для танков. Там даже шла речь не о тепловизорах, а фактически о матрицах, которые используются в тепловизорах для любых уже в дальнейшем тепловизоров, которые устанавливаются на все вооружения, военную технику Российской Федерации, так вот они французские. Германия построила под Москвой огромный тренажерный центр, куда заводится просто батальонно-тактическая группа российская и проводится ее обучение. Таких центров немецкая компания Rheinmetall хотела построить 4 за огромные деньги, но успели до 2014 года построить один под Москвой в Западном военном округе. По корабельной технике просто шла массированная передача технологий, электроники, мистрали. В рамках проекта мистрали передавались технологии кораблестроительства, передавались технологии электроники, системы управления и так далее. То же самое по ракетным технологиям. Авиационная промышленность, известный суперджет. В этом сухой суперджет самолет фактически 90% это европейские компоненты, комплектующие и устройства. Израиль построил в 2012-2013 году завод по выпуску беспилотников. До этого в России не было беспилотников. Сейчас практически все беспилотники это израильского производства, которые состоят в свою очередь из комплектующих западных. То есть российских комплектующих в российских беспилотниках фактически нет. И когда мы говорим о том, что действительно удар сейчас будет мощнейший по ОПК России, действительно удар будет мощнейший. Единственное, что они будут использовать то, что у них есть на складах. Мы не знаем, сколько этих комплектующих у них осталось, и поэтому, возможно, они могут еще создавать какое-то количество ракет, какое-то количество тепловизоров, какое-то количество других устройств для
вооружения военной техники, но однозначно в ближайшие полгода у них будут проблемы. Михаил, это получается какая-то огромная кооперация годами, и тут как бы так все связано. То есть прям вот даже с одной стороны открытый мир, да, вот так оно все мыслилось, думалось, а с другой стороны так близко допустили к стратегическим объектам, прям как-то вот противоречит философии современной российской в этом Но смысле. дело в том, что можем вспомнить еще более страшные вещи, слава богу, они не реализованы были. У администрации Обамы была очень мощная программа противоракетной обороны, если вспомните, в том числе установка здесь в Европе и радаров, и систем противоракетной обороны. Так вот, в рамках этой программы предполагалось создание совместных центров противоракетной обороны НАТО-Россия. Можете себе представить, к чему бы это привело? То есть Россия фактически уже попала вот в очень близкий цикл создания систем противоракетной обороны. Я думаю, что они уже что-то поимели, потому что очень странно, именно после этого у них очень стартанула ракетная программа по созданию этих же калибров, потом калибры наземного базирования и системы противоракетной обороны С-400 и так далее. То есть я думаю, что наши западные партнеры даже, возможно, и успели что-то передать, или Россия что-то у них украла по своему обычаю. То есть вот эти вот центры, совместные центры противоракетной обороны практически уже были созданы, не успели из-за 2014 года, опять же. Они должны были действовать и в странах НАТО, и в самой России. И вот эта зона противоракетной обороны совместная, в том числе, покрывала и территорию Украины. То есть оставалось очень немного до того, когда все технологии противоракетные могли оказаться у России, и я даже не могу себе представить, к чему бы это привело. Ну, с одной стороны, знаете, если посмотреть в исторический экскурс, тут четкая логика, да, сначала Путин строил какой-то открытый мир кооперации, пытался дружить, потом был момент четкий, когда он обиделся, в прямом смысле этого слова, на Запад, да, и пошел какой-то откат, а истории дальше шли либо от Кремля, либо уже какими-то другими ручьями и продолжали идти. Вот скажите такую штуку, пожалуйста, если это возможно вообще определить, какие санкции или санкция может быть смертельной абсолютно для оборонки российской? Ну, опять же, страна большая, огромная, ресурсов у России много. Если говорить о возможности для России создавать замкнутый цикл вооружения военной техники, производства вооружения военной техники, Советский Союз это делал. На такой огромной территории, естественно, можно себе обеспечить производство замкнутого цикла. Но абсолютно в предыдущем репортаже правильно было замечено. Во-первых, деньги, которых будет все меньше и меньше. Во-вторых, это технологии. В Советском Союзе вкладывались в технологии, и действительно, для того, чтобы произвести ракету, мало ее понимать. То есть, в принципе, понятие этого у России есть, как производить ракеты, и какие нужны компоненты, комплектующие, какие технологии и так далее. Но вот базовой элементной базы у России больше нет. Они не производят чипы, они не производят элементарные вещи, которые обеспечивают выполнение основных функций ракеты и так далее. То есть все это западное, все это израильское, все это закупалось под видом товаров двойного назначения и так далее. То есть если мы говорим о том, что Россия полностью закроется, то сейчас, я думаю, она не сможет восстановить вот эти замкнутые циклы даже за 5-10 лет. Я уверен в этом. Если, конечно, им не поможет какая-то развитая страна, у которой эти технологии есть. Например? Ну, я говорю, например, Китай. Да? Китай может... Вот. Может помочь России в этом деле. Ну, вы допускаете, что может помочь, а учитывая сегодняшнее военно-политическое сотрудничество с Российской Федерацией, Китай может помочь в этом вопросе России? Я надеюсь, что нет, потому что Китай все-таки играет свою игру. Какой смысл Китаю сейчас допускать восстановление, такое прекрасное уничтожение российского ОПК? Я думаю, что китайцы сейчас сидят и просто вот на счетах таких больших китайских считают, сколько Россия выпустила ракет, особенно калибров, по Украине. Потому что вот эти все ракеты – это средство доставки ядерного оружия. Это средство доставки тактического ядерного оружия. Чем меньше таких вот калибров наземного базирования, морского базирования, воздушного базирования, тем меньше у России возможностей
в противостоянии с Китаем. Потому что любой конфликт с Китаем, такой масштабный, Россия и Китай, это все-таки применение тактического ядерного оружия. У Китая такие ракеты есть, их меньше. И вот сейчас у России, видимо, тоже их уже намного меньше, потому что если наши западные партнеры, ну, в принципе, такая полуофициальная информация, что Россия уже выпустила по Украине 1300 ракет, то я думаю, что Китай очень радуется тому, что происходит сейчас в зоне российско-украинской войны. А если говорить о том, что Китай будет помогать России это восстанавливать, я очень сомневаюсь. Для Китая технологическое снижение России очень выгодно, очень выгодно. То есть Китай смотрит вперед и, рассчитывая на то, что вот эти вот огромные ресурсы, которые сейчас находятся на территории Российской Федерации, в принципе, Китай может получить для освоения в следующие там 100-200 лет как стратегический план, почему бы и нет. Спасибо. Михаил Самусь, эксперт Центра исследований армии, конверсии разоружения. Речь идет о том, что, несмотря на такие глубокие кооперации, все равно вопрос в финансах, которые уходят. Ну и вопрос, конечно, в Китае, вот единственном партнере, возможно, который, в принципе, намерен в свои геополитические игры играть. И... Да, будет играть, опять-таки, с Россией заигрывать. США тоже внимательно за Китаем наблюдают. И очень огромная часть экономики Китая базируется на американском сотрудничестве, с американской экономикой. Если полетят санкции туда, ну, Китай много потеряет. Так потерять с кем хочется ему? С Америкой все-таки, либо с Россией? Вопрос. Главное, где меньше потерять, да. Вот. Вот. По крайней мере, когда такой огромный гигант под границей дохнет, да, то, в принципе, лучше ему помочь в этом, да. Логика простая очень геополитическая. Но давайте вернемся к финансам, да, потому что финансы все равно рулят всем, и они все равно являются круговыми, ключевыми в войне. Сегодня мы рассказывали, говорили об экономике России, продолжаем об этом говорить и наблюдать внимательно. Кухарь, да, по-моему, сказал Михаил, что по большому счету... где-то 2 месяца, да, остается до того, чтобы рухнул российский рубль, потому что уже потенциала к укреплению даже невозможен. И крах банковской системы уже неизбежен. Где-то ну, сейчас, срок 2 месяца. Да, 2 месяца. Но сейчас рубль в России держит, как когда-то в Советском Союзе. Просто игнорирует спрос. Просто его нет. Да, и рубль держит на каком-то определенном рубеже, и вот так и живут. Но экономика современная так не работает. Поэтому вот сейчас про соотношение рубля и доллара. Давайте посмотрим материал. Российская лихорадка. Так, шутя между собой, экономисты называют то, что происходит сейчас с американской валютой за поребриком. После вторжения в Украину рубль устремился в крутое пике. Всего за одну ночь доллар подорожал почти в 1,5 раза. С легкостью пересек отметку в 100, а со временем и 120 рублей. Просто денег нет. Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Чтобы поднять настроение россиянам еще больше, правительство страны ввело...